Ну и куклы, словно живые. Прямо как в городе. А. Накорми доста. Артистов надо уважать. Боже мой, какая у них жизнь. Хуже, чем у нищих. Ты твердо решила? Да. И ты не передумаешь? Ни за что на свете. А ведь у меня даже гроша нет за душой. А мне все равно. Я же тебя люблю. Подумай. Завтра на рассвете я приду сюда. Я возьму папин плащ, возьму самые крепкие свои башмаки и уйду с тобой хоть на край земли. У земли краев нет, она круглая. Мы с тобой пойдем на север. К моим старикам они нас не прогонят. А пока ложусь спать. Спокойной ночи. Я не засну. Буду сидеть и ждать рассвета. Я все слышал. Значит, ты нас бросаешь. А подслушивать нехорошо. Женатый человек не может шататься по дорогам. И потом этим ремеслом двоих не прокормишь. Но ведь ты больше ничего не умеешь. Я научусь. У меня отличный почерк. Буду писцом в суде или помощником нотариуса. Ты об этом пожалеешь. Возьми нас с собой, а? Ты мой солдат, я твой генерал, и, пожалуйста, не рассуждай. Давай расстанемся по-хорошему. Буди своих друзей и сыграйте для меня сказку. Какую? Как вы хотите, только подлинней.
Мне что-то не спится. Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый. Вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк. Ведь главное дело, что живо. Слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два, левой, ать-два, правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк. Солдатик! А, солдатик, ты куда идешь? Иду, куда глаза глядят. А глядят они у меня вперед. Шагаю, пою. Эта музыка приятнее, чем визг картечи и пушечная пальба. Значит, ты демобилизованный. Так. Хорошо, это хорошо. Работа для тебя есть. Да ну, а вы кто? Я ведьма. А что? Ничего. А извиняюсь, любопытствует, что же у вас профессия такая, ведьма? Или, значит, характер тяжелый? Профессия. А характер как раз у меня очень даже симпатичный. Ну что ж, очень приятно познакомиться. А ты храбрый солдат? Я бабусе хвастать не буду. А вообще-то я герой. Тут вот недавно со мной произошел такой факт. Иду, значит, я по дороге, навстречу разбойник. Ага. Ну, я, значит, выкачиваю свою пушечку прямой наводкой. Бах! Бах! И привет, разбойник в дребезге. А как у тебя с деньгами, а? Это, бабусе, все нормально. Мелких нет. А крупных никогда не было. Тогда вот что. Полезай-ка вот в этот колодец. Там внизу горы золота. Ныряй в воду, не бойся. Если будешь меня слушаться, выйдешь сухим из воды. Видишь трех ужасных собак? Они сторожат золото. Ты им скажешь волшебное слово «фу». Ну, если ты скажешь им волшебное слово «фа», они тебя разорвут на кусочки.
и поделим. Половину тебя, половину мне. Будет. Я пожилая. Скачи, служивый, как блоха. Но будет плохо той блохе. Шутка вышла неплохо. Пропал солдат на чепухе. Ругают ведьмою, меня последнюю. Ругают старою, меня коргой. А я не старою и чуть не старою. Давай мои деньги, не то я тебе голову отрублю. А я не дам. Не отдашь. Не отдам. Не отдашь. Нет. Не отдашь. Ой. Ух ты. Добрый волшебник. Очень добрый. А вы, наверное, заметили, что добрым живется труднее, чем злым. И вот злая ведьма меня заколдовала, превратила в черного кота.
это ужасно. Вспомнить только годы моей неволи. Это молочко в блюдечке, эти рыбьи головки, эти мальчишки с рогатками. И потом, вы знаете, она мне не давала гулять по крышам даже весной. Даже весной? Даже весной. Но теперь, когда вы ее победили, чары разрушены. Молодой человек, что я для вас могу сделать? Папаша, чудак. В этом ранце золотых дукатов больше, чем звезд на небе. Да знаю, знаю. Вы думаете, вам больше ничего не надо? А чего мне еще желать с такими деньгами? Все, что есть на свете хорошего, все будет мое. Да, ха-ха! Многие так рассуждают, но ведь это большая ошибка. Эй! Ты чего, папаша? Простите, пожалуйста, дурные привычки. Приобрести их очень легко, но избавиться от них очень трудно. Ха, это точно. У нас вот в армии был один тоже. Лентяй. Любил спать на часах, но его потом из армии за это выгнали. Ну, а потом он рассказывает, говорит, под подушку кладет будильник. Понимаете, привык спать на часах. Вот вы надо мной смеетесь, а я ведь значительно старше вас. Да нет. Но все равно вы сделали доброе дело, и я должен вас отблагодарить. Вот возьмите огниво. Ну зачем? Возьмите. Да у меня спички. А я говорю, возьмите. Да у меня спички есть. Так, пустяк! Безделушка! Сувенир. Справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что деньги в карманах звенят на ходу, так это и вовсе хорошо. Ха-ха! Нет, солдат. Солдат? Так точно. А вот эти все ожидающие принцы, женихи, и то по очереди пускаем. У нас, чтоб ты знал, принцесса на выданье. А, ну, папаш, я этим делом не интересуюсь, потому как холостяком родился, холостяком и помру. Ну, тогда проваливай. Здесь солдат не надо. К
Королевство у нас маленькое, в армии одни генералы. Да не нужна мне эта армия, это я на свой капитал проживу. Знаем мы, какой у солдата капитал. А это вот, видал? А вот это вот, видал? Ну, это совсем другой разговор. Ну, а чего же? Виза у тебя есть? Нету. Тогда все в порядке. Проходи. Вот так. А вам какое дело? Извините, господин солдат. Извините. Ничего. Солдату штык не страшен, не то что булавка. Ну, молодцы, партняшки. За такую работу я сыплю вас золотом. Что мы только сегодня познакомились с таким замечательнейшим человеком. Но теперь мы друзья до гроба. Солдатушки, браво, ребятушки, сам погибай, а друзей выручай. Ура, солдатушки! Ура! Кто такие? Это тоже ваши друзья, но мы двое самые ваши закадычные. Друзья мои, смотрите, какой у меня меткий глаз! Умереть за друга. Трудно найти друга, за которого стоит умереть. Ура, солдат! Ура! Хозяин, еще шампанское! Не пропущу, пока не выпьете с нами. Шампанского! Ха-ха! Лошади, ведро, седокам по кружке! Как еще новости? Буду я с тобой пить. А ну марш с дороги. Марш с дороги? Подумаешь, принцесса? Да, принцесса. Вот именно принцесса, так что веди себя потише. Тебе что, давно голову не отрубали? Слушай, чего? А что ж твоя принцесса от людей прячется? Она что, кривая или косая? Дурак, идиот, хулиган. О, принцесса, слух о твоей красоте достиг до границ моего королевства. Знаю. Давай дальше. С тех пор я не могу ни есть, ни пить, ни спать. Знаю. Давай покороче. У меня есть королевство, правда, оно маленькое.
Но оно обозначено на карте. Вот карта, а вот увеличительное стекло. Без него не видно. А подарок я тебе принес самое дорогое, что у меня есть. Вот эта роза, она никогда не вянет. А этот соловей поет лучше всех соловьев на свете. Спой, соловушка. Сделаны. Они настоящие. Настоящий соловей и настоящая роза. Фу! А я-то думала. Тоже мне подарок. Жених еще называется. Ты еще, наверное, школу-то не кончил. Кончил. На все пятерки. В общем, так. Я за тебя замуж не пойду. Ясно? Все. Вот сейчас дам. А ты попробуй. Боже мой, до чего же мы дошли? Я должен изображать лакеем. Все заложено, перезаложено. В доме не гроша. Король. Король должен сам открывать дверь. Неудобно перед соседями. А ты бы не открывал. А я открываю твоим женихам. Нам нужен богатый жених. Это тебе нужен богатый жених, а мне он не нужен. Я не хочу выходить замуж. Не хочу, не хочу, не хочу. Эгоистка. Вместо того, чтобы думать о моих интересах, думаешь только вот об своих интересах. Чем тебе был плох вот этот вот с птичкой? Ну, он мне не нравится, понимаешь? Не нравится. Он мне самому не нравится. Ну вот. Но если смотреть в лупу, королевство не такое уж маленькое. Как мы все-таки перебились бы до полочки. Нигде не принимают. А как же быть-то? А как хотите, так и будьте. А я служить без жалования не буду. Изменник! Ты что, бросаешь своего короля, да? А история заклеймит тебя позором. А швейцар тоже ушел. Кнут! Кнут! Кнут, оставь. Пожалуйста, радуйся. Ты еще должен править каретой, чинить двери. Ой. Жених, вашему высочеству! Никаких женихов, хватит. Прием окончен. Шума сетарей чашма. Песаран аз шума, луфт азман. Как вы себя ведете, лакей? Я папа. А он не понимает. Покажите принцу выход. Oh.
боже мой, какой был жених! Красивый, богатый иностранец. Ты готов меня отдать кому угодно? Хоть дракону, хоть людоеду, только бы у него были деньги. Ну, папа, ну как тебе не стыдно? Стыдно быть королем без денег. Господи, были бы у нас деньги, я сразу стал бы богатым и благородным, может быть. А что мне, жалко? А сейчас, извини уж, не могу. Вообще, бедность проклятая. Хочешь бараночек? С маком. Мак. Ноль, плюс еще ноль, и помножить на ноль, и все равно будет ноль. Ты что, с ума сошла? Ну что особенного? Теперь так носит. Испортила последнюю юбку. Ничего не испортила. Наоборот, у меня теперь будет две юбки. Вот это я надену на будущий год, и тогда будут носить как раз такие. Жених? Так точно, Ваше Величество! Подарочек для невесты. Фу! Это золото. А то как же. Вот это да. Вот это жених. Этот. Отруби ему голову, папа. Я с ним поссорилась. И не нужен мне вот дурацкий подарок. Молчат, молчат, мне надоело. Сегодня же выйдешь за него замуж. Вы здесь, детки, пока поворкуйте, а я сейчас нужен. Катись отсюда, ясно? Фу, какая-то невоспитанная. Но я тебя все равно люблю. А я тебя все равно нет. Убирайся вон. Ну, хорошо. Я, между прочим, ухожу. Но запомни раз и навсегда. Если я в кого-нибудь влюбился, то это на всю жизнь. Придется и тебе в меня влюбиться. Понятно? Нет! До скорой встречи! Где жених? Я чайник поставил. А я выгнала твоего жениха. Догони. Догони. Догони, извинись. Скажи, что ты больше не будешь. Буду. А я с тобой не буду разговаривать. И ни с кем не буду разговаривать. Слова не скажу. Да-да-да. Пока ты не выйдешь замуж, буду молчать, как рыба. И пускай запутают все дела, пускай пропадает королевство. Во всем виновата только ты сама. Да ничего у тебя не получится, потому что ты не вытерпишь. Ага, не вы. Ага.
Господин солдат, да-да, вы нам должны за музыку 6 дукатов. По дукату на каждого. Вы меня плохо знаете. Я вам сейчас насыплю столько золота, сколько влезет в ваши барабаны. А? Ура солдату! Ура! 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 Даже странно. Я истратил все деньги. А, ну ничего. Я сейчас займу у друзей. Друзья. Возьмите. Они золотые. Благодарим. Мошенник! За ботинки! Прощелыга! На брюки! Дом не заплатит за 20! Я отбила! Папа, почему у нас дымом пахнет? Я тебе говорю, дымом пахнет. Ну, конечно. Ты опять бросил сигару в корзину для бумаг. Пилит, никто меня не ругает. Даже скучно. Да. Хоть бы ты заговорил, что ли? За свет не плачено третий месяц. Приходили, сказали, что если завтра не заплатим, то свечей больше не дадут, и все канделябры снимут. Папа, а откуда у нас деньги? Добрый вечер. Привет, привет. Вы извините, что я без стука. Но стуку было достаточно. Ну что, будем знакомиться? Я солдат. А ты кто? Я принц. Но сейчас временно работаю тут трубочистом. Ага. Ну и что-то пока у меня плохо получается. А что ж так? Простите, пожалуйста. Вы не могли бы отломить кусочек хлеба для моего соловья? Для кого? Для соловья. А ты вообще-то сам-то ужинал? Да-да, спасибо. Правда, это было вчера. Ну-ка, иди сюда. На, это тебе. Ну, а соловья баснями не кормит. Спасибо. Принц. Слушайте, принц, а почему же вы трубочист, а?
потому что я решил навсегда остаться в этом королевстве. А денег у меня нет. Здесь живет одна девушка, в которую я влюблен. Она самая прекрасная девушка в мире. И ты должен это признать, а то я вызову тебя на дуэль. У нас у принца так полагается. Ты понимаешь, для тебя все что угодно. Но этого не могу. Потому что самая прекрасная девушка на свете, та, которую я люблю. Тогда дуэль. Только скажи сначала, в кого ты влюблен? Просто интересно. В принцессу. Ну да. Вот здорово, и я же в нее влюблен. Правда, она отвергла мою любовь. Мою тоже. Но это ничего. Теперь мы можем грустить вдвоем, а это гораздо веселее. Когда король без денег, то он плохой король. К чему служить такому королю? Сотри копыль без денег. Пожалуйста, изволь. Я так его величество люблю. Да здравствует король, да здравствует король, да здравствует король. Король молчит три ночи, король молчит три дня, и очень-очень плохо королю. Куда пропал совочек? Совочек у меня. Я так его величество люблю. Да здравствует король, да здравствует король, да здравствует король. Давайте же с охотой, с усердием, друзья, поможем пир устроить королю. Забрал мой денег кто? Уже и взять нельзя. Я так его величество люблю. Да здравствует король, да здравствует король, да здравствует король. Огниво. Ну-с, молодой человек, много ли счастья вам принесло ваше золото? А я ведь вас предупреждал. Предупреждал, но пожилых людей теперь не слушают.
Вы что, за этим и пришли, чтобы меня попрекать? Да, вот именно за этим. Хотя, позвольте, у меня было какое-то к вам дело. Дай бог памяти. Ах, ну да, я должен выполнять все ваши желания. Почему? Потому что огниво, которое я вам дал, оно ведь не простое, а волшебное. Ну да. И как только вы ударите, вот, кресалом по кремню, так я должен появиться и выполнять все ваши желания. Да? Да. Ха, интересно. Слушай, папаша, а вот здесь темно, а вот ты можешь вот эту вот свечку зажечь, а? Пожалуйста. Ну? А зачем же мне делать чудо, если под рукой есть спички? Чудеса надо экономить. А большое, настоящее чудо вы можете совершить, а? Я все могу. Ну тогда сделайте так, чтобы здесь, сейчас, сию минуту, появилась принцесса. Бросьте вы эту чепуху. Вам нужно подумать о своем будущем, овладеть профессией и стать полезным членом общества. А чудо, пожалуйста, я устрою. Я вас устрою в университет. Без экзаменов. Не хочу. Вы сможете изучить арифметику, астрологию, астрономию, астрофизику, Я не хочу! Потому что я люблю принцессу и не могу жить без нее. Но принцесса, она злюка, она отвратительная девчонка. Мне все равно, я ее люблю. Предупреждаю, вас ожидают огромные неприятности. Я ее люблю и хочу видеть ее. Пожалуйста. Когда-то вы мне помогли, я хотел вам отплатить добром. Но вижу, что из этого ничего не получится, пускай будет по-вашему. А я пошел спать. Ты кто? Я солдат. Как интересно. Я ж тебя никогда не видела. А твое лицо мне знакомо. А-а-а! Ты мне, наверное, в каком-то другом сне приснился. Правда? А что ты молчишь? Можно я немного покурю? Конечно, кури. Ой, и мне дай попробовать, пока папа не видит. А девушкам курить нельзя. Особенно трубку. Ну да. Ну попробовать. Который час? Пора вставать. Ах, да. Чем могу служить? Да нет, ничего. Ложная тревога, это я так прикурить просто хотел. Понимаешь? А огниво у вас не для того. Вот. Оставьте у себя. Спасибо.
Слушай, какой славный старикашка. Это кто? Так, один знакомый. Вообще-то он волшебник, понимаешь? Да, а я так и подумала. А вы знаете, что вас подслушивают? Глядите. О! Это же мой телохранитель. Да, а утром он обо всем донесет королю. Так надо его убрать, чертовой бабушке. Пожалуйста. Только вы увидите, что это не самый лучший выход. К чертовой бабушке? Да. Извольте. Да. Приготовились на старт. Внимание! Арш! Вы! Эй! Вы знаете, что он дежурит у двери моей спальни и всегда ужасно храпит? А это меня не касается. Счастливо оставаться. Помню. Ничего не помню. Помню, что меня послали к чертовой бабушке. Вот это я есть. А ты кто? А кто я? Кто я? Я же телохранитель принцессы. Что же мне делать? Что же мне делать? Мне же надо срочно возвратиться домой. Надо доложить королю о государственной измене. Даже хуже, чем государственной. Мамаша, мамаша, прошу вашего содействия. Какого? Какого содействия? Ну вы же, извиняюсь, летаете на этой, на метле. Ой. Мамаша! Одолжите! Верну, ей-богу, верну. Ну. Миленький мой, на метле я давно уже не летаю. Ну на чем же вы летаете? Есть у меня для вас одна волшебная вещь. А, летим на здоровье. Хочешь пойти погулять? Конечно, хочу. А ты когда-нибудь гуляла по крышам? По крышам? Ни разу. Ой. Платье. А сегодня всем снятся чудеса?
Я думал, что ты злая, а ты хорошая. Да нет, это я хорошая, потому что сплю. Мне папа так всегда и говорит, ты хорошая только когда спишь. Вообще-то я вредная. А я все равно тебя люблю. Я для тебя все-все-все могу сделать. Вот что ты сейчас хочешь? Честно? Угу. Чтобы была зима. Ну, это у меня такой характер, понимаешь? Мне всегда хочется, чтобы летом была зима, а зимой лето. А это мы сейчас устроим. Это никакой не сон. Отпусти меня. Слышишь? Слышишь? Отпусти! Отпусти! Как тебе не стыдно? Я папе скажу! Он тебе голову отрубит! Ты все равно станешь моей женой! Никогда! Ой! Никогда, никогда! Считайте рыбку! Пожар! 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 Да не пожар! Пни! Принцесса пропала! Заговорил! 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 Негодная девчонка! Папа, ты разговариваешь. А ты как думала? Родная дочь не ночует дома, а папа будет молчать? Знаешь, милая моя, тут уж камень заговорит. Отвечай, где ты была? Да я спала, папа. Ой, мне снился такой сон. Как будто я по крышам катаюсь с горки. И там еще был какой-то солдат. Мужчина? Ну, конечно. Это же был сон. Папа, сон, понимаешь? Понимаю. Да, я понимаю. Я понимаю. Я только не понимаю, где ты болталась всю эту ночь. Ну, все, 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 кончено. Хватит. Теперь тебе придется выйти замуж и как можно скорее. Я сказала, не выйду. Нет, и не ты... выйду, хоть вы все здесь лопнете. Нет, выйдешь. Выйдешь за первого встречного. Эй, слуги, позвать сюда первого встречного. Если он кривой или какой там сопливый, вот тем лучше. Ну, папочка, миленький, ну за... Ой, ну за что? Ведь я же ничего плохого не сделала. Честное слово, ничего. Вот раньше я был нем, а теперь буду глух. Ну, хорошо. Я выйду замуж, но с одним условием. Каким еще условием?
по старому обычаю, как делают все порядочные принцессы. Господин мой король предлагает всем попытать, так сказать, удачу и явиться завтра часиков всем и решить, так сказать, задачу. И кто решит ее, о-ла-ла, всем прочим другим в науку получит из рук, так сказать, короля прекрасной принцессы руку. И еще сказал мой король господин, что получит решивший задачу 12 катушек, 12 перин и целых полцарства в придачу. 12 подушек, 12 перин и целых полцарства в придачу. 12 подушек, 12 перин и целых полцарства в придачу. 12 подушек, 12 перин и целых полцарства в придачу. Будешь участвовать в конкурсе? Конечно! А я боюсь. А? Я боюсь. Почему? Ну, вдруг я отгадаю загадку, и принцесса должна будет выйти за меня замуж. Ну и радуйся, твое счастье! Что ж тут радоваться? Жениться надо по любви. Ты же ее любишь. А она меня? Я хочу, чтобы она меня любила. Эш, ты чего захотел? Без окон, без дверей, полна горница людей. Папа, засеки время. Закон без дверей полна горница людей. Закон без дверей полна горница людей. О! Гостиница! Может, мы не догадались, а? Нет, неправильно. Папа. Сейчас, сейчас я. Ягуарец. Огурец. Огурец же, елки-палки. Огурец. 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 Пожалуйте сюда. Но. Сорок одежек и все без застежек. Прошу прощения за беспокойство. Ничего, ничего, пожалуйста, пожалуйста, ведь такая наша работа. Там принцесса? Ну да, задаю загадки, никто не может отгадать. Никто? Никто. А загадки трудные, она их из книжки берет. А у вас нет этой книжки? Есть, ну как же нет. Ваша задача номер 347. Почему без номера?
где-то я его видела. Ну-ка, ну, конечно, конечно, видела. Это же тот богач, который приносил золотое дерево. Очень симпатичный молодой человек. Да нет же, папа, я его где-то видела в этом дырявом мундире. Ему я загадаю самую трудную загадку, чтобы он в жизни не догадался. О! Маленький, удаленький, сквозь землю прошел, красную шапочку нашел. Папа, засеки время. Думай, голубчик, думай. Я бы тебе подсказал, ты не беспокойся, я бы тебе подсказал, но честное слово, сам не знаю ответа. Понимаешь, когда был маленьким, знал, а сейчас забыл. Ладно, я не буду тебе мешать, но ты сосредоточься. Ты думай, думай. Доиграешься? Сыграем свадьбу и без тебя. Дорогой, я от тебя обращаю ни малейшего внимания. Дай я тебя расцелую. Ваше Величество! Ваше Величество! Ваше Величество! Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Сейчас. Ваше Величество! Не целуйте его! Ваше Величество, разрешите обратиться! Ну? Удалось установить, у кого была принцесса в ту ночь. Преступник! Обнаружен! Так где же он? В тюрьму его, негодяя, на плаху! Вот он! О, вспомнила! Папа, наконец-то вспомнила! Это было не во сне, это было на самом деле. Он меня обнимал, отруби ему голову! Ай-яй-яй-яй-яй, молодой человек! Как же ты, а? Ну, ладно, я тебя прощаю. У вас, у богачей, бывают всякие причуды. Да ты что, папа? Ты с ума, что ли, сошли? Да никакой не богач. Живет на чердаке, питается одним хлебом. Это правда? Да. Раньше было много денег, а сейчас ни гроша. А я передумал. Я тебя не прощаю. Слуги! Так ведь... Отведите его в тюрьму и побыстрее. На-на-на-на-на-на-на! Я сам пойду! Ха-ха! Ну что, съел? Буду я твоей женой. Конечно, будешь. Будем. Просто свадьба откладывается. Не беспокоит? Вот. Вот так. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот сейчас сзади подровняй. Так. И порядок. Ну вот, вот не горюй, служивый. Через полчаса ужин. Через полчаса меня здесь не будет, папаша. Шутник. Огоньку принести? Не надо, папа. У меня огниво есть. А, ну-ну. Будь здоров.
ты, где жена? Ах, ну все, пропал. О, теперь носят только так. И когда я приду на казнь в этом наряде, он совсем потеряет голову. Он потеряет голову, потому что ее отрубят. Ну, а сам виноват. Зачем он меня целовал? Ведь тебе же это нравилось. Мало ли что. А зачем он сказал, что я выйду за него замуж? Наглость какая. Как тебе не стыдно? Ведь тебе же хочется выйти за него замуж. Нет, не хочется. Ни капельки, ни чуточки, ни вот столечка. И вообще я не понимаю, почему ты все время со мной споришь. Ведь ты, это же я. Нет, не совсем. Я твоя хорошая половина. Да, пока еще половина. Но если ты будешь вести себя вот так отвратительно, то я начну уменьшаться. И стану одной четвертью, потом восьмой, шестнадцатой, тридцать второй. О, хватит, 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 хватит. Арифметику я знаю получше тебя. Но вот чего ты не знаешь. Ведь в один прекрасный день ты подойдешь к зеркалу и ничего не увидишь. Ровным счетом ничего. И тогда ты умрешь. Потому что людям, в которых не осталось ничего хорошего, незачем жить на свете. Ну и пусть, а все равно будет по-моему. Вот видишь, как мало хорошего теперь в тебе осталось. Солдат! Слушай, беги ко мне домой, у меня на столе огниво лежит, неси его скорее сюда! Зачем я огниво? Какой огниво? Ну беги, беги! Ты знаешь, зачем тебя сюда привели? Ох, знаю! А ты что, не знаешь, что ли? Ты не умничай! Мы тебя сейчас будем судить! Я, к твоему сведению, главный судья королевства. А вот это неправильно. Я требую этого, прокурора. Пожалуйста, я и прокурор. Вот так порядочки. Дай мне хоть адвоката. Ты будешь смеяться, но адвокат это тоже я. Понимаешь, королевство у нас маленькое. Толковых людей не найдешь. Вот так и мучаюсь, все сам да сам. Интересно, может, ты еще и палач? Нет, это нет. Палач у нас есть настоящий. И, между прочим, очень хороший. Я вас потом познакомлю. Итак, продолжим. Как прокурор я требую смертной казни. Как твой адвокат я не нахожу смягчающих обстоятельств. И как судья приговариваю тебя к отрубливанию. Как это лучше сказать? А ты как ни говори, все равно звучит плохо. В общем, ты меня понял, а? Суд окончен. Ах, да! Тебе же полагается последнее слово. А может, обойдемся? Меньше слов, больше дела. Нет-нет, как-то обойдемся. Раз положено, ты выслушай мое последнее слово. Ну ладно. А вы пишите, пишите. Поганый ты, старикашка, жулик и обманщик. А я с этим не согласен. Я очень мудрый и справедливый. В общем так, если тебе больше сказать нечего, отправляйся. Счастливого пути. А, Ваше Величество, а у меня есть последнее желание. Хочется вот трубочку перед смертью выкурить. А зачем тебе курить? Курение сокращает жизнь. Иногда продлевает. Ну, кури. А у меня табака нет. На. Не копайся, люди ждут. У меня спичек нет. Ой, за кого я хотел отдать свою дочь? У меня даже спичек нет. Эй, кто-нибудь, дайте ему огоньку. Держи, солдат! Овля! Спасибо, друг! Молодой человек, ну что вы все стучите и стучите, как дятел? Я уже давно здесь, просто я невидим, это гораздо удобнее. Сейчас я все улажу. Эй, стража! Хватай их обоих! Хватай их всех! Что? Что это?
ускакали. Изменники, куда? Хватай, хватай, хватай! Не скандальте, ваше величество. Вы остались с носом. А чего смеетесь? Вы дураки! А теперь поговорим о деле. Ну что, ваше величество, отдаешь за меня принцессу? Ну, раз уж он так просит. Давай, 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 соглашайся скорее. А то у тебя сейчас вырастет нос величиной с китайский огурец. Я согласна, согласна. Хорошо. Мы согласны. А, дружище. Привет, привет. Ну, прощай, солдат. Я ухожу. Куда? Найду какую-нибудь другую принцессу и влюблюсь в нее. А я устрою так, что она выйдет за тебя замуж. Мы можем сделать для нее такое чудо, а? Вообще-то, по инструкции, передавать желания другим лицам строго воспрещается. Но в данном случае... Нет, нет, нет. Благодарю вас. Это чудо должен сделать я сам. А ты... Ну, как хочешь. Ну, вот и все. Пора и нам расставаться. Вы достигли всего, чего желали. Я вам больше не нужен. Да. Я достиг всего, чего желал. Огниво, к сожалению, придется у вас забрать. Пожалуйста. Большое спасибо. Спасибо? А за что? Вот если бы вы меня слушали... Ладно. Прощайте. Навсегда. Я ему глаза выцарапаю. Я ему отравлю существование. Я ему буду в кофе сыпать соль. А в суп? В суп я ему буду сыпать сахар. Верно, верно, верно. Так и надо. Дорогой зять. А что это опять быть хлохмотьев? Я же вроде произвел в генерал. У меня на это есть причины. Да? Но до свадьбы у нас еще минут 10 есть. Давай поговорим о делах. В приданное я тебе обещал, мол, полкоролевства. Нет, я от своих слов не отказываюсь. Владей. Мне этого ничего не надо. Я все равно здесь жить не буду. Пожалуйста, можем разменяться на два королевства в разных районах. И этого мне тоже не надо. Да? А что это ты? Ваше Величество. Знаешь что? Ты зови меня просто папа. Папа? Да. Папа, выйди, пожалуйста, на минутку. Мне с принцессой поговорить надо. Ну, как хотите, дело ваше. Иди, 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 папа. Зачем ты пришел? Мог бы, кажется, подождать и до свадьбы. Свадьбы не будет. Я зашел попрощаться. У меня было много всего.
Сначала было много денег, потом волшебные огнива. А счастья нет и не будет, потому что ты меня не любишь. А без этого жизнь не жизнь, свадьба не свадьба. Я туго соображаю. Но это я сообразил. Да. Ну, что же ты теперь собираешься делать? Ха. Дорог на свете много, для меня годится любая. Ты хорошо. Очень хорошо. Просто замечательно. Плакать не буду. Иди отсюда. Ты что тут сидишь? Уходи. Слышишь, убирайся вон. А на прощание я тебя поцелую. Что? Да я тебе сейчас так... И снова дырки в камзоле, и вдрызг сапоги, и нету в кармане ни гроша. Ать два левой, ать два правой. Забыл свою трубку. Ты только за этим и пришла? Нет, не только. Я тебе должна сказать одну очень-очень важную вещь. Понимаешь, когда я еще была маленькая, то меня заколдовала одна злая ведьма. Да, я поэтому и была такая плохая. А ты меня расколдовал своим поцелуем, и я теперь от тебя никуда не уйду. Поцелуй меня, пожалуйста. Еще один разочек, чтобы я не заколдовалась обратно. Где же твой плащ? Где дорожные башмаки? Ведь уже рассвело. Прости меня. Я не могу с тобой идти. Всю эту ночь я не спала, все плакала, думала. Ну как я оставлю своего отца? Он же один. Я уйду из этого дома. Я же здесь родилась. Ты сердишься? Нет,
Ты решила правильно. Иначе быть не могло. А я ночью сказку новую сочинил. Там все кончалось так хорошо. Но ведь сказка — это одно, а жизнь — это совсем другое. Правда? К сожалению, правда.